Когда утром вышел в окно, увидел Бениша и рядом его черная тень, два пистолета. Но с тобой нету проблем. Он уничтожит всех, станет рядом с ним. Он порвет всех, кто ему не нужны. Он знает правила, он знает законы, но нарушает их часто на своем районе. Это Кальбарсик, это Кальбарсик, это Кальбарсик. Уничтожит все на своем пути. Ведь невидимая тень по крышам бежит, где приключения, туда и он спешит. Вроде бы обычный кот, да он ходит один, но на самом деле он непобедим, ему не нужны кнопочки, ему не нужен канал, он не нужен ты, ему не нужен он сам. Обычный кот, но он очень крут, всем врагам от него придет капут. Бррр. Если ты зашел на его территорию, тогда беги, а иначе вернешься домой без ноги. Но однажды появился пес на районе у Бартика. Теперь Бартик понял, что ему будет не остаться. Он убежал куда-то, пришел только тогда, когда пса уже осталось немало. После этого пса Бартик поменял прежнего кота, осталась только декорация. После собаки Бартик не смелый кот, а на самом деле вообще наоборот. Теперь у Барсика в друзьях есть Беняша. Они ходят вместе, гуляют вместе, делают все вместе. Все же это Барсик, его смелость — это конек. Так что мы возвращаемся к Альбарсику, урок. Это Кальбарсик, это Кальбарсик, самый смелый кот на районе у Барсика. Барсик бегает по крышам, залезает он в подвал, а у него два друга — это Алиса и Беляшек. История Барсика началась очень давно. Он был просто бездомным котом, мы нашли его под лавочкой, забрали домой. Теперь он главный, теперь он король. Сколько у него побежденных врагов, сколько у него отъемных территорий. Просто не пересчитать, они повсюду. Он тут главный по улице, он ходит до школы, добегает и всех котов уничтожает. Сейчас у Барсика идет ужесточенная борьба. Он сражается с котом-юбилеем. Да, он хочет захватить наш дом, он хочет уничтожить наш канал, но мы ему не дадим. Барсик, спасай. Это Кальбарсик, это Кальбарсик, самый смелый в мире, самый сильный кот. Это Кальбарсик, но после собаки все совсем наоборот. Барсик после собаки сильно ослаб, но он сражается, ведь он понимает, за что он сражается. Без дома он как без лап, где ему день, где ему спать. Барсик, время побеждать. Это Кальбарсик, это Кальбарсик, самый лучший, самый смелый в мире кот. Это Кальбарсик, но после собаки все совсем наоборот. Он не может проиграть, у него и друзья, Алиса, Беляш, ну, в общем, вся его семья. Он знает, за что он сражается, и он выиграет, мы в этом не сомневаемся. Это Кальбарсик, самый лучший, самый сильный в мире кот. Это Кальбарсик, но после сражения он стал еще сильнее. Барсик очень крут, Барсик очень крут, мыши растут, мыши растут. Ру-ту-ту-ту-ту. Это Кальбарсик, лучший рэпер, лучший кот, поворот. Бля!